Хейоу, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названием Лего Бэтмен Видеогейм. В прошлой серии мы играли за девушку-кошку, вот она. И мы украли алмазик. Так, следующий у нас уровень третий, который называется Подавление Злоба. Чё? Подавленная Злоба, да. Мы вообще не играли ни на катере, там мы не играли на машине. А вот сейчас будем, да? Птица и Крок. Наконец-то они вместе. Что? Мне почистить твои зубы? Тьфу. Погоди, что это? Копы? Ты их слышишь? Ха. Они забывают, что мы водяные существа. Убираемся отсюда. Знаете, мне кажется, именно для правильной игры нужно было бы сначала бы один уровень за злодея, а потом второй уровень типа за Бэтмена. Нихера себе. Механика. Так это можно ж просто из-под воды атаковать. Нахер нам вот эти копы, все такое. А он тоже, да, может? Нет, он ни хера не может. Так, где? Да, он, видите, в эти врезается, который под водой все-таки. Ну ладно. Так, что теперь? А, мне нужно... Вездоход убийца Крока может плавать по зеленым. Хорошо, это я запомнил. Так, не, давай мне до конца. Я не знаю, нужно ли мне туда, скорее всего, нужно. Но это все равно спасибо, что вы мне сказали, за то, что я могу лично туда ездить. Так. Ну, Крока быстрее машина. Так, берете, просто едете, да и все. А здесь это немножко непонятно. Ладно. Вон, ага. Ну ладно. Субмарина пингвина может. Я это уже понял. Это я уже научился. Нырять под воду. Субмарина может уничтожать эти хери. Да, все, они пропадают, это хорошо. Так, значит, погружаемся. Так, Рок. Теперь ты. Нет, теперь ты, я говорю. И это для пингвина. Так, вот эти будут меня бесить, но это ничего. Главное, что, чтобы меня не взорвали. Потому что я все эти хербишки потрачу. Даже не потрачу, а потеряю. Ладно, я умер. Найс. Корабль тонет. А почему ты сюда вернулся? Да, не скажи Крок ему, чтобы он меня не трогал. Если. Все. Давай, еще. Еще. Три штуки максимум. Все. Тихо. Раз. Ты меня стреляешь? На.
Ладно, я умер. Три. Все, есть, готово. Поехали, крок. Кроки. Так, а вот здесь, мне кажется, уже нужно... Меня взорвали. Класс. Да, за мной хрень это следит. Почему я нажать не смог? Ладно, уходим под воду. В смысле? Она и под водой? Чё, гоните? Так, под воду я ж могу здесь? Нет. Крок. Блин, теперь нужно три этих уничтожить. Ладно, поехали. Тогда берем ту херь. Где она хотя бы? Три штуки сразу. Под водой я ж могу с ними? Могу. Класс. Крок, защищай меня. А то я психану. Да, блядь, как они меня заебали уже, ёбки. Сейчас еще эти ракеты будут пулять меня. Ладно, здесь нормально. Хотя бы эти не атакуют. Погнали, погнали, крок. Полицейская лодка. Ну, в принципе, это тоже самая херь, что была и с этим. Когда мы дрались. Как его зовут? Скажите, я скажу. Блядь, они под водку. Они под воду стреляют. Шакалы. Шакалы. Все. Сейчас я тебе постреляю, тварь. Блядь, как ты стреляешь под воду, скажи. Ладно. Готово. Ладно, кроком вот здесь самое легче, мне кажется, играть, потому что он и быстрый. Пускай стреляет. Два хватит, три хватит, все. И главное, что они пропадают, что теперь пропадают. Крок, помоги. Готово, все. Все, и лаз нужно. Должно хватить, я думаю. Попадание. А, мне сломали механизм. И что, а у меня еще одна осталась. Нет, у меня что, все закончились? Изи. У Крока быстрая машина. Ну, не машина, а подлодка. Нет, у пингвина подлодка. Ну, вы поняли, катер. Но зато не есть алмазик. Уровень пройден. Да. Все окей, все получено. Денег у нас просто... Ого-го. И вот, клиника Архам. Конец. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, на встречу, друзья. Всем пока.